Здравствуйте, я доктор наук, преподаватель Нигат Курт. Являюсь директором профессиональной высшей школы ХЭМДЭК, входящим в структуру Университета прикладных наук Сакарья. Наша профессиональная высшая школа была основана в 1994 году для подготовки квалифицированных специалистов, отвечающих требованиям времени и нуждам секторов, способных заняться развитием социальных, экономических и культурных сторон общества и страны. Район ХЭМДЭК является удобным в плане транспортного сообщения. Он расположен примерно в 35 километрах к востоку от центра города Сакарья. В профессиональной высшей школе обучение делится по 10 образовательным направлениям, 8 из которых технические, 2 социальные. Социальным направлением является управление бизнесом и бухгалтерия, техническими – электроника и электротехника, машина, машинный чертеж и конструкция, строительство, компьютерное программирование, мебельный декор и дизайн внутреннего интерьера. В преподавательский состав входят высококвалифицированные и опытные в своих сферах академические кадры, среди которых один доцент, 5 докторов наук, лекторов, 23 преподавателя, то есть всего 29 сотрудников. Наша профессиональная высшая школа имеет технически оснащенные мастерские и лаборатории, 5 мастерских, 4 компьютерных класса, 3 цеха технического рисунка и зал дизайна, а также 13 аудиторий, оборудованных для визуального обучения. Наша профессиональная высшая школа обучает по единым принципам, принятым в университете. К примеру, мы используем модель обучения плюс один, по которой студенты в течение 16 недель проходят производственную практику на рабочих местах. Кроме этого, также обязательным является прохождение 30-дневной летней стажировки. Практика и стажировка, включенные в учебный план, конечно же, имеют большую пользу для студентов, поскольку таким образом они приобретают трудовой опыт, знакомиться с реальной работой в выбранных сферах еще до выпуска из учебного заведения. Выпускники нашей профессиональной высшей школы в итоге легко находят себе работу в качестве сотрудников среднего звена в промышленных организациях местных, областных и по всей стране. Кроме того, они могут перевестись в бакалавриат путем сдачи переводного экзамена и получить высшее образование по выбранному направлению. Целью нашей профессиональной высшей школы является подготовка квалифицированных сотрудников среднего звена, знающих оборудование выбранной сферы, имеющих все необходимые навыки работы. Мы подготавливаем именно таких сотрудников, которые требуются во всех отраслях.